Продажи автомобилей «Шкода» в России в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросли почти на 35%. Статистику представило российское представительство чешской автомобилестроительной компании. Основным драйвером продаж стал первый семейный внедорожник марки «Шкода» «Кодиак». В сентябре компания передала покупателям 2239 автомобилей. За тот же период владельцами городского лифтбека «Шкода Рапид» в России стали 3207 клиентов. Рост продаж моделей к сентябрю 2017 составил 17,3%. Популярность в нашей стране сохраняет и «Шкода Октавия», проданная в девятом месяце 2098 клиентам. Спрос на «Шкода Суперб» в сентябре увеличился и продемонстрировал двузначный рост. Модель приобрели 224 клиента, что на 44,5% больше показателей сентября 2017 года.